Рождественским вечером открытый каток в парке Малевича погрузился в атмосферу волшебства, синергию культурного наследия русских народных сказок и грации фигурного катания. В рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье» жители и гости округа увидели ледовое шоу «Царевна лягушка» в постановке олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Капризы погоды не смогли испортить праздник. Несмотря на сильный мороз, многие пришли целыми семьями. Пришли с сыночком старшим и с мамой посмотреть ледовое шоу, продлить праздники, улучшить настроение, просто развлечься, отдохнуть, насладиться красотой, украшенным парком. Ну, мороза не испугались, но мы же все-таки русские люди, ничего не боимся. Иван-царевич, Василиса Прекрасная, Кощей Бессмертный, уморительные скоморохи и царь Еремей поведали удивительную историю о добре и зле, семейных ценностях и вере в любовь. Виртуозное катание фигуристов и яркое световое шоу дополнили впечатление от представления. Столбик термометра в этот вечер опустился ниже 20-градусной отметки. Но организаторы мероприятия позаботились о гостях. Волонтеры раздавали пледы всем желающим, а около катка развернулась бесплатная полевая кухня с горячим чаем, пряниками и баранками. Фигуристы тоже основательно подготовились к морозу. Наверное, мы привыкшие, но тем не менее, конечно, постарались все чуть-чуть потеплее пододеться, какие-то теплые бодики. И в целом мы старались двигаться еще активнее. Артисты музыкального спектакля, профессиональные фигуристы, участники Олимпийских игр, победители всероссийских и международных соревнований. Мастер спорта и бронзовый призер Кубка России Антон Шибнев исполнил роль Ивана Царевича, а прекрасную царевну лягушку – чемпионка мира среди юниоров Алла Лобода. Веселых лягушат на льду представили юные спортсмены. Артисты отметили высокий уровень предоставленной площадки и по-настоящему теплый прием. Один из лучших льдов в Подмосковье. Он был совершенно без кочек каких-то, без горок. Очень приятно его залили для нас. Все было очень комфортно. Публика очень понравилась. Спасибо им огромное. Встречали тепло. Наверное, в связи с погодными условиями не все смогли прийти, поэтому было не так много людей, но все равно их аплодисментов хватало и заряжало. Представление никого не оставило равнодушным, а парк Малевича полюбился жителям еще больше. Нам очень понравилось. Мы очень любим этот парк и очень рады, что здесь бывают такие представления красивые. Мы сами тоже учимся. Кое-кто тоже уже у нас вовсю. Приезжаем в этот парк кататься на коньках. Да, девочки тоже у нас уже на коньках стоят. Спектакль «Царевна лягушка» шел в разных частях Подмосковья на протяжении всех новогодних праздников. В Одинцовском округе он также прошел на катке в парке «Патриот». Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».